Уважаемые дамы и господа, внимание, представление соперников. И первым боец, который выйдет в центр октагона из синего угла. Ему 22 года, рост его 165, вес 56,7. Его профрекорд абсолютно безупречен. 7 побед без поражений. Он мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по грэпплингу, чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Спортсмен представляет команду Марата Балаева Мотиватор Тим. Встречайте, из Узбекистана, вот он, Анвар Абдуллаев. Внимание, его соперник, он выйдет в центр октагона из красного угла. Ему 22 года, рост его 165 сантиметров, вес 56,7 килограмм. Его убедительный профрекорд насчитывает 6 побед и ни одного поражения. Он чемпион Азербайджана по ММА, чемпион Азербайджана по джиу-джитсу, чемпион Кубка мира по будо. Боец может стать первым чемпионом лиги «Октагон» из Азербайджана. Поприветствуйте, Роял Лейлизаде! Формула боя 5 раундов по 5 минут. Друзья, это титульный бой за пояс чемпиона в легчайшем весе. Рефери в клетке. Телек Папанов, Кыргызстан. Бойцы на середину. Боец. Поприветствовали. Вы профессионалы. Правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам. Защищайтесь. И дәл осы мінсіз рекордтың лигадағы жеңістерінің арқасында қос проспект титулға жолдама отыр, бірақ бүгін 0 деген санды рекордында біреу құрған. Первый раунд. Алғашқы раунд. 5 раундтық жекпе-жек екенін ұмытпаңыз. Лейлизаде бірден алаңның ортасын қадағалауға тырысуда. Бұрын соңда бұл екі жігіттердің мансабында 5 раундтық жекпе-жектер болмаған. 3 раундты екеуі де көрген. Сондықтан титулдық жекпе-жекте бұл жігіттердің организмі қандай қиыншылықтарға тап болатынын әлі білмей. Да, это, наверное, самый главный вопрос этого противостояния. Понятное дело, что по навыкам очень высокий уровень. И у Анвара, и у Рояла. Бойса Лизында. Аяқпен соққылардан бастап отыр. Лейлизадені жақындап келмейді әрине. Роялдың соққылары ауыр екенін білеміз. Жалпы екеуінде кәдімгі әмбебап спортшылар. Нағыз аралас жекпе-жектің жаңа толқынындағы жігіттер дейікші. Бір жақты деп айта алмайсың. Күреске де бейім аяқты тұр. Айқасудан да аулақ емес. 5 раундтық жекпе-жек болғаннан кейін әрине уақыт деген жеткілікті. Сондықтан асықпай бастайды. Бір-бірлерінің мүмкіншіліктері бар. Ошибся. Лейлизаденің қателігі әрине. Пробил. Мидл кик передней ногой. Без предварительной подготовки и просто подарил, наверное, эту позицию Анвару Абдуллаеву. Да, мотиватор Тим өздерін де түсініп отырсыздар. ММА болғанмен ең алдымен күреске бейім жігіттер болу керек. Абдуллаевтың бұрынғы жекпе-жектерінде де көрдік. Шынымен дәмі бар, бірақ күреске ден қояды. Күрестің арқасында. Ой, тамаша. Никакого контроля, что же будет делать дальше? Снова практически дарит позицию. О, я же тебе говорил, но сегодня просто Тарда слэм. Если сундят еще сделать слэм или брита, то это будет просто потолок сегодня. Я барлок слэм берды. Турнир эхтал на ноги, не сеть калуга. Ахласа Казар Толықтай. Партнерды Казар алда. Бірақ қауіп төндіріп жатқан жоқ бұл жерде Абдуллаев ішінде. Ұпай жинап жатыр дейікші, иә. Да.
Нужно, знаешь, как назвать этот турнир? Октагон 53 Grand Slam. Прямо сейчас в голову пришла такая гениальнейшая просто идея. Қолын жерге тіреп алған, байқасаң. Басты соққы жасамасын деп қарсылас. Тактикалық қуып қазар. Ну, здесь Лизаде вынужден просто на посты. Только лишь защищаться. Иә. Других опций просто на посты нет у него. Тамаша, ой, аяқтарға шалып түсірді қазір. Чувствует борьбу очень здорово. Анвар Абдуллаевич, так и чувствуется. Что он чувствует? Позиция он тут же отканжил, я казар. Максат его сегодня имя, кашлясно. Его с позиции на стаптер брез. Финал, выжглал, шаршату. Возможно, предполагаю, что дистанция длинная. Ни Анвар, ни Роял не дрались. Полные пять раундов. И в поздних раундах будет как раз таки решать работа в начале поединка. То есть, кто задышит, кто устанет. Но такая работа тоже изнурительная на самом деле. Сможет ли Анвар вот такой натиск, такой прессинг, темп такой удерживать на протяжении всех оставшихся раундов? Да, будет. Висит, все делает правильно. Оңыза демен мне джам бастанған чем сок жаса. Ну слушай, 7-0 не просто так. Спортсмена. Тағы бір слэм жасайдын ба деп ойлады. Здесь, кажется, сразу же вниз ушел. Элизаде. Торыста ғабы майдарине. Да хорошо, аяқпен әліп алып қазір. Салмағы қасыласынына салқы қойыр. Маша. А вот все началось с неправильно выброшенного мидл-кика передней ногой. Даже не заслуга, наверное, Анвара. Но за ошибку, конечно же, был сразу же наказан Роял. Раунд сөзсіз қазір Абдуллаев алды. А, здесь даже подсек. Нет, все-таки это заслуга Анвара. Ну, удар, конечно же, выбросил Роял. Здесь прихватил ногу, подсек. Поэтому... Наверное, неправильно будет с моей стороны это говорить, что Анвар абсолютно ничего не делал. Екінші раунд енді Лелизаде алғашқы раундта жіберген қателігін түзеуге тырысады. Қазір Абдуллаевты барынша өзіне жақындатпай күрестен алшақ жүруге тырысуы керек енді. Өзінің ойым осы, бірақ үш жүзінде Лелизаде не ойлады? Внимание! Второй раунд! Друзья, поддержите бойцов! Травостат раслас. Абдуллаев тезе. Жалпы ортаны беріп қояды екен, қатты тресіп тұрып алмайды, я қазір октагонның ортасы қатты қажетті емес. Да, он работает на контратаке, работает вторым номером. За любые ошибки сразу же наказывает. Нурел, кажется, должен подключать бокс. Подключать руки, затем уже ногами завершать. А не начинать атаку ногами именно. Енді бой сәл аласа да бұл жерде, сол сәл бір кедергі тудырып отырған сияқты болып көрінеді. Ооо, как раз таки о чем я говорил. Он быстрее на руках, на мой взгляд. И вот вынужден просто пытаться бороться. Иә, өз ойын жасырмай Абдуллаев кәдімгі бір ердің білісте жүрген сияқты, аяқта өтіп кетті. Қазір Абдуллаев уақытсыз тұрып алатын болса, Бапанов жігіттерді ортаға шығарып, қайтадан белсенділік көрсету керек. Өзбекстандық спортшы. Ой, все-таки тейкдаун. Гард позициясын жасай алады ма қазір? Да, необходимо сейчас. Бірінші раундта гард. Міне тағы да, хорошо, секіріп
өтіп кетті. Неге гард ашық ұстайды Лелизады? Неге бірден гард жабуға ұмтылмайды? Значит, джиу-джитсу в Азербайджане невысокий уровень, раз Роял стал чемпионом Азербайджана по джиу-джитсу. Или же Роял решил, что сегодня будет так. Гард там умный, а не улыбкает кентан алдар вот тогда. Причем, знаешь, это просто перепрыгивает через гард. Я. Хатта бір керемет тәсілді қолданған жоқ қой, жай ғана секіріп өте шықты. Гард ашық тұрғанның кесірі. Но здесь стоит отметить, что он Ларс также вот с этой позиции там, бокового контроля, с этой контроля. А здесь слева нормально так прилетело. Босан Сивастат Лелизаде, а яхта тұрып Абдуллаев хаттыр соқты кик залмайды деп ойладым. Решил здесь зарядиться на бэкфис, кажется. Вот длинный такой, с проносом. Левый хук. Бұл жерде де Абдуллаев қалыпты екенін көрсетіп отыр. Вот такое ощущение, что Роял более габаритнее по мышцам, чем его оппонент. И это может сыграть с ним как в хорошую, так и в плохую сторону. Әзірше бір шаршаған спортшыны көріп отырған жоқ, да, пока люди жақсы келе жатыр. Кто-то устал, не видно. Но опять-таки стоит отметить, это легкая весовая, наилегчайшая весовая категория. 57 килограмм. Тағы да мне қарашы, еш жасырмай ұмтылдаяқ. Және Абдуллаев қорғанын, Лелизаны қорғанын. Тағы да сол позиция. Ну, когда у тебя тренер Марат Балаев, из клуба «Мотиватор», по прозвищу «Мотиватор», ты же тренируешься в клубе «Мотиватор». А Марат Балаев чем известен? Вряд ли своей ударкой, да? Ну, безусловно, у него хороший бокс для ММА бойца. Но он все-таки в первую очередь... просто сегодня... Әлі де қаншама күш сақтап қалған, е, Абдуллаев? Қазір екінші раундта, міне қаншама күрескеннен кейін былай қарсыласын көтеріп алып соға алатын болса. Ну, вот еще если находятся, найдутся люди, которые скажут, ну, борьба скучная, посмотрите весь турнир, да вон 53, начиная с первого, заканчивая до этого момента. Я, бүгінгі турнир шынмен де ерекше, жоғары амплитудалы жекпе-жектерге, әдістерге толы болды, е? Да, если прошедший турнир был больше, заканчивался судейским решением, то здесь уже множество и досрочных побед. И совместными, и болевыми, и, ну, конечно же, эти Кимура слои. Грип, брак, Абдуллаев, стат ханжа. Ой, давай там мне, ай, на, хорошо, нас не ищем, мы кушать пермежат. Ай, на, вот это, газа, тогда позиция его, вот, брак, вот, тапши. Лелизаденің қимылынан енді-енді бір шаршаған байқалып отыр. Да, опять-таки, обратите внимание, что боковой контроль отдал просто без особых. Мне типа пол меньше пришла стала вот, брал вахт тапшы уже. Без особого сопротивления. Ну, здесь он сам много, конечно, всунул. Я екінші раунд туда Абдуллаевка береміз, бұл жерде күмән жоқ. Бірақ қалған үш раунд бойы дәл осында қарқында күресе алады ма? Міне мәселе қайда жатыр. Әзірше екі раундтың қорытындысы 10-9 деп аяқталды. Біздің ойымызша әрине біз төреші емеспіз. Бірақ барлығымыз түсініп отырмыз. Екі раундтың қорытындысы бойынша Әнуар Абдуллаев Өзбекстанға Октагон Лигасы чемпиондық белбеуін алып кетуге жақын қалды. Вот как раз-таки поворотный момент этого поединка. Третий раунд, который решит практически исход всего боя. Экватор. Как правило, в чемпионских боях
большинстве случаев так и происходит. Хазар, кикбежек тизгинин, роял узбол намаса, аргары, арине. Внимание, третий раунд, поддержите спортсмена. Никталай. Уздетину от арине. Брак Абдуллаевтың күресіне қарсы шешім таба алмады. Не қарсы? Тағы да қарсы. Соққымен жасып. О-о-о! Что-то из грэблинга, да, скажем, было? Бұл көбінесе самбода болмады. И самбода, точнее, да. Бірақ бұл жерде тепетен ұстаққалы алды. Абдуллаев және тағы да сол баяғы позиция. Қарсыласын қарсыласын шығып алған. Соққы жасайтын болады. Тағы да. Бэкмаунтта. Шаршатуға тұрсады барынша. Арсыз. Оу. Тордыстап қорғанып қалды бұл жерде. Адуа. Элизабет ішінде. Ну, здесь точно посадит его. Да. Нет. Удивился. Где? Мне сразу тұрды я вас. Напрашивался, конечно. Отличная комбинация. Удар справа. Попал, но не так акцентированно. Снова удар ногами без подготовки. Без... Здорово. Бокс Енди Шенменде Ленинзаден Джанна. Стоит подключать его чаще. Стоит работать первым номером именно за счет бокса. Сразу же разрывать дистанцию только лишь, когда появится намек на борьбу от Анмара. Но, слушай, Анмар пока что кроме проходов в ноги и тейкдаунов предложить, ну и работы в партере не может. Я. В данной составляющей, мне кажется, все-таки Роял будет поопаснее. Снова меняет уровни, проходит ноги. Да, безусловно, здесь есть перевод. Так, да. Сол позиция. Шығуын шығарлы, қарсыласын арқасына, бірақ арғарай шабуын өрмей қалады, дамбай қалады арғарай. Да, дальше нет развития, Миша. Міне, қайта-қайта қарсыласын аяғын оралады да болды. Міне, мәселе қайты жақ. Ең алдымен қарсыласын партерге тартып келеді. Не болмаса бэкмаунт келеді, не болмаса соққы жаудыратын бір түс керек. Бірақ бұл жерде тек қана қарсыласын торға тіреумен болды. Басқа ештеңе көріп отырған жоқ. Тартып алды көріп. Тағы да тегді. Алдақ қалды, иә. Элизабет дайын болған жоқ. Қалғар. Қазір тағы да позицияны жақсартады. Ой, неге қайта-қайта қолымында сала береді? Мынау өте қауіпті. Оң қолын қараңыздар, Элизабет. Если сейчас освободит левую ногу, то может выйти на ручной треугольник. Но, кажется, он даже это не задумывал делать. Қазір ерте әрине ол туралы ойлау, бірақ қайта-қайта қалдыра беру, қолды бұл жерде қалдырғаны өте қауіпті. Здесь у Анвара контроль ради контроля просто. Енді соққыламаса да қазір біз белсенді бір грэплинг көріп отырмыз. Но улучшение позиции как-то есть какая-то имитация, знаешь. Бірақ соққы жаудыратын өзіне бір жағдай тудыра алмай отыр. Абдуллаев тек қана күрес. Олай да, бұлай да позицияны жақсартуға тырысуда. Бірақ шынымен де күресі жақсы болғанымен күресті толықтыратын граунд энд паунд жоқ. Вот о чем мы говорили, третий раунд станет поворотным для исхода этого поединка. И, по всей видимости, Роял уже больше не может сопротивляться. Енді шыны керек Абдуллаевтың бір шаршай бастағанын көріп отырмыз. Белгі бар. Олай да міне қарсыласының құшағынан шығып кетуге тырысқанына қарамастан қазір. Міне әйтеуір жетті. Удастся ли сейчас завершить? 50 секунд остается. 1 минуттан уақыт бар. Растягивает ногами. Қылқында үлгермеуі мүмкін, сондықтан барынша соққы жаудыру керек. Бұл жерде. Жоқ, қарсыласын фулмаунтқа жіберейін деген екен. Элизабет қара. Жоқ, ұстай алмады. Земе қайта-қайта. Қарсыласқа соққы жасауда. Енді бұл раундты да Абдуллаев алды ғой. Қандай
қаншама энергия күш кетірсе де, бұл раундта. Қатарынан үшінші раунд осын жасап отыр. Здесь немного чуть-чуть не дотянул. Да. Полная амплитуда, но тем не менее, жирную точку в третьем раунде поставил. Три раунда из трех. Я думаю, что выиграл в этом поединке. Ничего удивительного, наверное, я не скажу. Не знаю, за счет чего должен Роял выиграть оставшиеся два раунда, если... Но только лишь досрочная победа, на мой взгляд, может принести пользу этому непобежденному азербайджанскому бойцу. Но пока что все идет по плану Анвара Абдуллаева. Если таков был в начале этого поединка, именно бороться, заставлять сопротивляться, защищаться. Я жоспар осы болған көріне, жалпы Абдуллаевтың стилі де осы, сондықтан бұл жерде бір Америка наша отырған жоқ, олдан келген жасады. Міне, мына жерде бір тамаша әдіс жасауға болар еді, бірақ соңғы сәтте дейсін бұрып шығып кетті. Өзбекстандық спортшы. Чемпиондық раундтар басталды. Төртінші, бесінші раундты бұрын соңды бұл екеуі көрмеген. Екеуі де алғаш рет. Чемпиондық раундтарда өнер көрсететін болады. Ну, есть такое ощущение, что к этим раундам больше готов Анвар. Ну, надеюсь, что это ошибочно. Друзья, внимание, четвертый раунд. Титульный поединок. Поддержите дух бойцов. Джеб. Тидит же. Теперь, возможно, Анвар будет проводить больше времени в стойке. Будут и халп. Будут и халпты. Колдара, ура, Лелизаден. Пары жылда. Шучер он такой отклон. Бұл жүгіттің қолына еркіндік беруге болмай. Дальше необходимо работать Роялу. Отдает инициативу. Отпускает, точнее, инициативу и отдает пространство. Ждумал проход в одну ногу. Прихватил. Удастся ли оформить перевод в партер? Но даже если не получится, просто нужно хотя бы показывать, что ты пытаешься что-то делать для того, чтобы... безопасно провести. Ра. Да, получилось. Енді мотиватор тим өкілі бұл Марат Балаевтың баста әдістерінің бірі ғой, бірақ ұстап құлату. Енді бұл жерден құлат алмасаң да ертең ұстазы кешірмеседі бұндайды. Тамаша, тағы да позиция жақсартуға тырысып жатыр. Тағы да сол баяғы Халгард. Роял тіпті бір қарсыластықты көрсетіп жатқан жоқ, шыны керек. Қазір тек қана қарсыласының аяғын байлап жатып алған. Грэплингте бір тойтарыс беруге мұршасы қалмаған сияқты. Міне осы жерде белсенді болды. Тұрды аяққа, жақын қалды. Лелизаде. Тамаш. Тағы да міне қарсыласының арқасына шығарылған. Чем это было в предыдущих раундах. Бірақ қолдары қалып қойды іште. Пытается закрыть замок. На туловище. Өзіне тартудың қажеті жоқ бұл жерде. Нет, отказался от бэкмаунта. Анвар Абдуллаев. Енді күрес жақсы, бірақ грэплингте сәл тәжірибе аздау екенін байқап отырмын. Абдуллаев қаншама позицияда техника, бросковая техника, переводная техника. Если ты можешь так назвать. На уровень. Ну, дальше развитие, скажи. Я, арнарды дам там и жатыр. Не, мәселе қайда жатыр. Не занимает не ударную позицию, да, не сабмишн позицию. Есть контроль, есть захваты. У сетки есть контроль. С этим вообще не споришь. Даже, возможно, из этой позиции оформить тейкдаун. Не сомневайся. Мой дал газер. Нет. Мәмберген жоқ тіпті Абдуллаев болады. Сенімді болды шығып кете алатын. Абдуллаев с каждым раундом все прибавляет и прибавляет на самом деле.
темп абсолютно не снижается. Два Иванвара, а вот Роял все-таки есть уже. Звоночки к концу четвертого раунда. Шунчу раунда Абдулаев шаршадыма деген бір ой пайда болу еді, бірақ шаршаса шаршағанда шығар, бірақ өз-өзін қамшылай алатын жігіт екен. Өзі бір айқасы жүрген сияқты Марат Балаев қазір. Ну, это фирменный стиль Марат Балаева. Кәдімгідей маңдай тері ағылады. Оу, қателік болуы мүмкін. Қапайлы Элизаде қолдан алмады. Тағы да бөкмал. Арқасына шығып алған. Элизаде аяққа тұра алды. Бір аяқтан отырып ұстап қазір тағы да бір тейкдаун жасай алады. Оу, шауып түсірді. Сложно представить, за счет чего в пятом раунде должен, что должен делать Роял. Я вот даже не знаю. Секунданты сейчас, конечно же, должны быстро перенаправить своего подопечного Рояла. Лучше уже нет сил сопротивляться, обратите внимание. Я один шаша. Бизнес Джингельс мой дан сяхта. Казар. Ингал Мин был жирный психологию, а у вас шляпа. Да. Казар мне тіпті Лилизаден бет-әлпетінен байқай отыр. Көзінде от жоқ. Өзінің жеңілісін мойындаған сияқты болып көрінеді. Қазір мақсаты тек қана мерзімнен бұрын ұтылмау. Ну, ждем начала пятого раунда. Иә, қатарынан төрт раундты алды Анвар Абдуллаев. Жеткен Фарид Алибабазады шапалақпен мотивация беру отырға сөзінің командаласына. Соңғы раунд барынша өз спортшыларын ынталандыруға, жігерлендіруге тырысты. Екі жақты көрдіңіздер. Әрине қазір Анвар Абдуллаев соңғы бесінші раундта барлық кез келген нәрсе. Друзья, уважаемые болельщики, трибуны, поддержите бойцов! Элизаде барлығын дұрыс жасап отыр қазір. Мерзімнен бұрын жеңіске жетудің амалын іздеу керек. Басқа жол қалмайды. Қазір раунд ұтудың түкке қажеті жоқ. Ой, вот как раз таки. И та заготовка, которая была ранее. Но, к сожалению, не реализована. Өзіне қарай жүрген күтіп отыр. Алстану Тугол. Мне хорошо, жастер майк этот. О, там защита, конечно же, от тейкдаунов очень скудная у Рояла. Блин, вот сидя на потом шала Мадовой. Лелизаде. Не из бурлал майк, не хорошо, что колдар на поставил. Ну вот, что мы видели в предыдущих раундах, не смог никаких выводов. Перестроиться быстро не смог. Роял. Здесь Анвар просто навязывает свое, в чем он лучше своего оппонента. С его стороны это правильно. Нәтижелі жатқан тактиканы қолдану да болды. Қазір америкашылдың қажет жоқ екенін біле. Олай да, бұлай да қазір. Мына қыспақтан шығып кетіп, тағы да соққы жаудыруға тырысады әрине. Лелизаде. Үзіліс барысында барынша ынталандырып мотивация беріп шығарды ғой.
жаттық тұрушылар. Тағда дүш асынан. Тамаша. Абдулаевтың қателігі, бірақ Элизаде позициян ұстау керек. Позициян ұстау керек. Не получилось. Не бұл алмады. Вставать на ноги нужно так и сразу же. Чуть было не подарил эту позицию бэкмаунта. Я. Бит тұрған. Мә деген позиция на алмайды. Міне сол баяғы земен соққылар. Бұл әтсізде біз бірнеше мәрте көрдік. Вот бороться, постоянно прессинговать, контролировать. Все время переводить на протяжении 5 раундов. Мое почтение, как говорится. Анвар подготовился к этому поединку просто как на самый важный бой в своей карьере. Тамаша қорған алды. Боял, просто разорвать. Этот клинч не нужен, этот клинч ему. Время идет против него сейчас. Бірақ, қалай дегенмен, бұл жерде Анвардың өзі қолы ұстау. Крестен қашу көрек қой. Это, да, выгодный партнер. Все, прихватил ногу, будет теперь удержать, пытаться переводить. А вот для Рояла это абсолютно невыгодная позиция, на мой взгляд. Ну что он может с этой позиции сделать? Я, барынша, аяқты тұрбай қасып отырсын көрек. Амал жоқ басқа. Күресте керемет бір мүмкіншіліктер жоқ екенін түсініп отырмыз ғой. Не тағы да қарсыласының арқасына шықты. Абдулаев. Енді уақыт созумен айналысатын шығар, иә? Да, наверное, так и нужно, наверное, делать. Здесь максимально активность показывает, чтобы рефери не разорвал этот клинч и не вернул бойцов в стойку в исходное положение. А минута, кстати, остается. Я так давер. Тейкдаун. Далее с позиции. А, вернуться на ноги, но кажется ненадолго. А я Катурган ему из Леды. Курнга, Абдулаев шабул. Роял Тарда, Курганова, между. Бұл ең аз соққы жасалған жекпе-жектердің бірі шығар бүгін, е? Возможно, да. Соққы өте аз болды. 30 секунд. 30 секундтан кейін Октагон лигасында 4-ші өзбекстандық чемпион пайда болады. Соған келе жатыр ғой енді барын. Қазір уақыт созумен айналса да, әрине Абдулаев басымдық сақтап қалу керек. Тәуекелге бар. Тәуекел жасаудың қажеті жоқ әрине. Соңына дейін айқас. Последние секунды. Қорған шықты және бірден алған тұлу керек. Тамаша. Не, не получилось. Все-таки слишком мало времени было. И смог все-таки навязать свою тактику Анвар Абдулаев. Отличное выступление. 5 раундов отработать в одном темпе, навязать свою борьбу, свой геймплан, воплотить. Ну, я надеюсь, что изначально был такой геймплан. Вряд ли поменялся по ходу поединка. Энди Нью, как говорится. Шучу раунда шаршай бастады ма, деп ойлап едік, бірақ сол қарқынды ұстап шықты. Енді шынымен де бір еңбек бор екен. Анвар Абдулаев. Оның да шаршаған жылдамдығы да бәсеңдей бастаған көрдік. Соған қарамастан. Үш раунд бойы әзір жүрсе де күресіп шықты. Не осылайша Мухаммеджон Курбанов, Достом Бозоров, Ислам Болтаевтың қатарына енді Анвар Абдулаев қосылар. Ең жеңіл салмақтағы чемпион. 8-0 рекордын егер. Бүгіннен бастап. Thank you.
болельщики, вне зависимости от результата, давайте поаплодируем спортсменам Анвару Абдуллаеву и Роялу Лейлизаде за этот поединок. Этот бой прошел всю дистанцию, 5 раундов, и по итогам этого боя единогласным решением судей победу одержал и становится новым чемпионом лиги «Октагон» в наилегчайшем весе боец из синего угла Анвар Абдуллаев. Узбекистан. Аплодисменты его соперник из Азербайджана Роял Лейлизаде. Дорогие друзья, со мной новый чемпион на легчайшем весе Анвар Абдуллаев. Анвар, у тебя невероятная история. Ты живешь в Санкт-Петербурге в зале своего тренера Марата Балаева. Ты работаешь на стройке и тренируешься, и теперь твой труд окупился. Что сейчас у тебя в голове? Поделись мыслями. Ассаламу алейкум, Казахстан. О, я в этом это арене второй раз вот дерусь именно в Алматы. Спасибо вам, во-первых, очень спасибо в Лига Октагоне, даете такой возможность. Вот, и еще раз хочу спасибо сказать моим тренерам, моим все допинг вот это. И Серега, тренера наши ударники. И еще Виктор Левинец, вам огромное спасибо. Сделали нам хорошего зала, все. Еще меня спонсировали, вообще все, спасибо. Сергей Васильевич, Евгений Евгеньевич, которые мне помогали в Питере. Вот, сначала хочу спасибо сказать всем. Парвизе и Нуриддин Ага, президент лига, огромное ему спасибо, даете такую возможность. Вот, еще кого-то забыл, извините, всем спасибо, мотиватор клуба. Сегодня один наш... сегодня нашего одноклубника проиграл. Братишка, все нормально, у тебя все впереди. Так что не расслабляйся, газуй. Мы с тобой, Мухаммад. Еще компания Underdog тоже огромное спасибо Парвизу. Вот его отец приехал, поддерживает меня. Спасибо. Это поезд я хочу посвящать Узбекистану. Узбекистан, бу поезда сизлар учун. Вот, хаммаларин табриклейма, ма бугун поезд получит кылдым. Огромное спасибо. Сурхандарьо, Шеработ. Спасибо вам, 16 октябрь, Мачай. Поезд, я вам обещал, я заберу этого поезд. Вот забрал. Ждем следующего оппонента. Анвар, и это была одна из самых доминирующих побед в титульных поединках в «Октагон». Скажи, был ли план на бой от Марата? Конечно, вот же все мы планировали. У нас же ударка хорошего, борьба. Вот, начнем подтягивать ударка. Сейчас у нас на нашем зале хороший ударный тренер есть. Вот, подтягиваем потихоньку ударка. Все, двигаемся только вперед. Вот, получили 8-й. Победа! Иншалла, 0, сохраняю его. Отаджон, онаджон, рахмат. Дададжоном, онаджоном, кеча ухлаган йок. Телефон чықты, холинг намадев. Бутын Узбекистан, сілар табриклейман, президентимыз. Отабек Умаров, хамаларыз, каттако рахмат. Огромное спасибо. Новый чемпион на легчайшем весе Анвар Абдуллаев. Пару слов тренеру. Марат Балаев. Я за этого ученика очень сильно переживаю, потому что я всегда говорил, если меня слушают, что делать.
И я за этот результат отвечаю. Из-за этого я сам как будто бы здесь бился. Плюс к этому этот человек работает 2 тренировки, 3 тренировки, еще работает на стройке. Мы вот последний момент, благодаря Виктору Левинцу, чуть-чуть ему подогнали денег, чуть-чуть он расслабился. А так он постоянно работает. Энергию откуда берет, я не знаю. Спасибо Виктору. Серега Хубулов, ударник у нас, работал. У нас Шевченко, черный пояс по джиу-джитсу. Эта работа прошла очень серьезно, не просто так она нам досталась. Он большой молодец, он эту победу заслужил. Всем родителям привет. И спасибо всем, кто помогал. Лиге большое спасибо. Паша, спасибо большое, Паша. Поздравляем Узбекистан, у вас новый чемпион Анвар Абдуллаев! Уважаемые друзья, со мной сейчас Роял Лейлизаде. Роял, к сожалению, поединок сложился не так, как ты планировал. Тебе слово. Саламу алейкум всем. Я сперва хочу извиниться перед своей командой, перед своим менеджером больше всего. Он для меня больше всех трудится. Он меня до этого довел. Я очень извиняюсь, брат. Иншаллах, этот бой вообще не по плану был, потому что я чуть, наверное, какие-то пробелы были. За этого так получилось. Но иншаллах, я тебе слово даю. Этот проигрыш, это для меня будет только мотивацией. Мне пока 22. Я обещаю тебе, ты всегда рядом был. Я уверен, и ты сейчас будешь рядом. Я тебе здесь обещаю, это последнее поражение будет. Я обещаю тебе, я дойду с тобой, только с тобой до UFC. Я обещаю тебе это. Я хочу извиниться перед своей командой в Баку, в Азербайджане. Я очень извиняюсь. И перед своими родителями, они очень переживают за меня. Я очень извиняюсь. Спасибо вам большое. И Лига Октагон. Это не был моим боем, который я хотел вам показать. Но я покажу вам еще лучше. Дайте мне шанс. Если вы мне дадите шанс, я готов сразиться, реванш, сделать реванш на коротком сроке. Побыстрее, как вы мне дадите реванш. Спасибо вам большое. Мы очень ждем твоего возвращения. Роял Лейлизаде! Oh!